Вот тут надо по левой стороне, Крис, плотно. Тут мы накопали, конечно, да. Но все равно под левой, блин, тут. Не знаю, давай. Ёханый бабай, ходом идем вправо, так, вправо. Хорошо, идем влево. Останавливайся. Понимаешь? Да, тормози. В противоположном направлении. Я сел, да, уже? Да. Все то же самое. Кто сел? Он с этой Toyota балуется вообще. Да Юра жесткий. Проедем так? Юра будет я дуть. Думаю, да. Да, так, кстати, больше всего. Не, лучше нам по Юрыным следам вообще. А я думаю... Ай, вот и след. Конечно. Так, следи, чтобы зелененькое горело на аккумуляторе. Что мне делать? Так, Юра уже рубится. Так, все. Так, там... Своим маршрутом люди. Крис пробует... Крис пробует проскочить, но я-то знаю, что там жестко. Я ему говорил не едь туда, но он мне не поверил. И вот и результат. Ну, красиво шел. Юр, руль вправо! Юр, руль вправо! Джей может. Так, Леня по своему маршруту продолжает. Лень! Я на газе не проезжал, вот так вот. Правая тут есть, как раз вот. А там дальше нормально? Дальше следующий. Так, раз 69 уже лебедку зацепил, уже едет. Юра выехал. Так, газик уже почти проехал. Леня пошел. Четкую траекторию Макс ему подсказал. И Леня проехал. Просто без напряга вообще. На Ниве проедешь спокойно там. Да, тут жестко. Сейчас Веталь попробует по траектории. Так, Крис пошел. Отъедет, надо, чтобы потом будет Веталь стартовать. С ямы вытаскивают. Выходит. Так, все поехали дальше. Сейчас смотрим Ниву. Чуть назад. Сильно коксу дает очень. Задней блокировки не хватает, конечно. Еще колесо затирается под крылок. Почти проехал.
поэтому вас не проехал, да? Нет. По той же траектории. Руслан, деревья шаломают. По той же траектории. Не, я не снимаю. Это быстрее, это не деревья. Поехали. Давно я у вас не был здесь. Блин, он там рычаги включает, переключает. Да. Видишь, я пригрузил заднюю ось, и намного лучше идет. Это когда лебедку поставили, 120 килограмм. Начала нагрузку. Ну, лебедку плюс я еще 100. 220. И мы проехали. Сам проехал? У вас выскочил. Красавчик. Так, тут своя траектория у всех. Уже проверенная Нива, он чуть не проехала. Я тут даже пешком удалось пройти. Ну, никогда так не катались. Проваливаюсь. Так, красиво тут. По-свежему, да, шансов, кстати, больше. А что, не выехал, вроде не сидел. Макс. Ну, я и на русской приехал. Так, Макс теперь. Чётенько. Красавчик. Пошел красиво. Унижает Тойоту. Почти. Идет. Давай. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть. Хорош. Коксу. Идет. Красавчик. Вот вам и УАЗ на сликах. Тупо шины, конечно, изношены. Крис пытается не намочить ноги. Да, кусочек там был сложный, видите, тут едет просто. Так, мы впереди. Когда Максима прицепиться и не останавливаясь уехать нам надо. Да нет. Что значит надо вам надо? А? Куда? Торопишься где-то? Чего? Ты торопишься? Нет, ты чё? Я просто про то, чтобы мы, ну, меня ж ты тащить еще будешь. Да нет, ты не застрянешь. Что, на заднем приводе? Да, только коксу давай. Ты Руса не знаешь. Понял. Бери разгон. Руса, ты что?
черком? А? Что с черком? Все нормально, шрус сломался, наверное. И что? Ты его пока поставил, даже не заказал еще? Не, это есть, надо поменять просто. Недавно делал в тунинг. Вот тут надо по левой стороне, Крис, плотно. Тут накопали, конечно, да. Но все равно под левой, блин, тут. Не знаю, давай. Ёханый бабай, ходом идем вправо, так, вправо. Хорошо, идем влево. Думаешь? Останавливайся. Понимаешь? Да, тормози. А что, греться уже не будешь? Нет. Так, мы прошли красиво, за нами идет Макс, Макс тоже идет красиво. Красиво, какой вечер, вообще просто бомба. Идеальное освещение. А, там Андрюха был? Андрюха там был. А ты что, сзади стоял? Ой, блин, Андрюху. Андрюха, извини, мы забыли, извини. Я виноват. 69-й. Красиво. Назад как-то быстрее чуть-чуть идем по траектории. Но сейчас Юре будет чуть сложнее. Юре чуть сложнее, но машина серьезная, пилот очень опытный. Красиво. Мы приезжаем мужу и слышим: Крис, я вовремя спрыгну. Да? А все. Тихо. Так, Лёня. Ну, Лёня по-любому проедет, я думаю. Лёня не должен застрять. Лёня уверенно, без лишнего кокса. Остались два топовых. Два топовых внедорожника. Нива и УАЗ остались. Сейчас мы посмотрим. Ну, УАЗ. Там нормально, да, колея хорошая. Он еще, видишь, взял? Сюда! А, и Нива пошла. Два топовых внедорожника. Я говорил, что остались лидеры дня у нас в резерве. Ну, красиво, что тут скажут. Она мешает. Да? Да. Ну, Ниве нельзя так делать, потому что она как-то... Она как-то на вынесе беда. Не знаю, вырвет ли его Макс. Хотя там больше диагоналка, чем застрял. Поехали.